столице Чувашии в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» этим летом прошел совместный чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. На чемпионат, который прошел на стадионе «Олимпийский», приехали сильнейшие атлеты страны. Согласно результатам комиссии, в национальном чемпионате по спорту элит с поражением опорно-двигательного аппарата приняли участие 330 спортсменов из 49 регионов страны. Челябинскую область представляли 14 атлетов и 3 тренера, в том числе наш земляк, воспитанник Азамата Нухова, мастер спорта по легкой атлетике Евгений Голощапов. Всего атлеты Челябинской области с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали 9 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград. Евгений завоевал 2 бронзовые медали на дистанциях 400 и 800 метров. В преддверии соревнований Евгений вместе с тренером обращались за помощью главе Верхнеуральского района Сергея Айбулатова, и он не отказал им. Руководитель муниципалитета всегда на связи с тренером и спортсменом. Будучи на родине во время спортивных каникул, Евгений Голощапов встретился с Сергеем Айбулатовым, поделился планами на будущий сезон и подарил главе района на память о городе Чебоксары кружку.